Республиканская станция переливания крови начнет 1 июня прием донорской плазмы от переболевших COVID-19. Опыт использования плазмы выздоровевших пациентов для лечения от коронавируса уже есть во многих регионах и странах. Такие методики начали применять столичные врачи, и практика показала, что переливание антиковидной плазмы позволяет облегчить протекание болезни. Донор должен быть в возрасте от 18 до 55 лет и весить не менее 50 кг. Также доноры должны будут представить официальное медицинское заключение о перенесенной инфекции COVID-19.